И, друзья, ну что ж, пришло время забраться на новую арену. Я эту арену называю покорение вершины, я не знаю, потому что с 3800 уже можно потихонечку выбираться с помойки. Хотя прошло время, и 4300 тоже стали помойкой. Я не знаю, как вы допустили это, нормальные игроки, вы почему пустили помойные колоды на такие кубки? Я не понимаю. В общем, ладно, 3800 надо сейчас сделать. Я ничего не менял в колоде, прокачка тоже не изменилась. Все та же дека, все та же прокачка. Честно, я немножко волнуюсь, потому что 3800 всегда мне тяжело давались, поэтому сейчас буду максимально сосредоточен, напряжен, поддержите меня лайком, подписочкой и приходите сегодня на стрим, если сейчас на видео сделаю 3800, я буду продолжать на стриме, наверное, а по 4000, если мне будет позволять прокачка, но возможно, если я вот увижу, что прям очень тяжело будет, поэтому будет скорее всего стрим на основе, ну в любом случае приходите, если вам нравятся стримы по Clash Royale, ну что, ладно, поехали. Если, ну, будет нормально, не потно, противники не совсем будут там седьмыми эпиками, потому что на 3800, насколько я понимаю, я уже могу встретить шестые, седьмые и даже восьмые эпики. Пока что нормально, восьмые рарки, пятые эпики, это хорошо, это нормально, это норма для этих кубков, я думаю, что со мной спорить никто не будет. Вот, пятые эпики, восьмые рарки, это нормально. Ну вот все, что свыше, это уже немножечко перебор, девятые рарки, там... У меня вот перебор зап, например, он у меня 11 уровня. Поэтому, ну, это зап, он, в принципе, тут ничего так не решает. Хотя иногда очень даже как вывозит, потому что гоблинскую бочку он в большинстве случаев убивает. А, нифига моего голема сломали, просто. Так, ну, смотрите, пока ничего подкидывать не буду. Теперь подкину дракона, потому что я так и, вот так и знал. Вот всегда контр-воздух будет... Рейдж. Контр-воздух будет всегда орда миньонов. Я вот как чувствовал. И идеально просто Валькирия нанесла много урона. И дракончик сейчас добьет правую башню. Противник, видим, запаниковал. От безысходности сливает рейдж. Соответственно, я уже знаю, что у него за карта есть. И я думаю, что это элитки. Я выброшу мега миньона вот здесь. Потому что атаковать буду слева. А мега миньона запущу, если вдруг какая-то атака будет. Вот, вот смотрите, сейчас ставлю голема. Скорее всего, сборщик будет с этой стороны, вот с этой. Поэтому, когда будет... Ага, я понял. Так, ну слушайте. Тут однозначно Валькирия, однозначно. Потому что вышку можно не потерять сейчас. Здесь однозначно торнадо. Надо было немножко торнадо не так, как я сделал. Ну ладно, пойдет и так. Так, здесь разряд. Ой, а что, вышку теряю, что ли? Да, просто жесть. Я, надо было торнадо ближе к Валькирии, она бы всех наказала бы. Ну ладно, я думаю, что все равно не проблема, сейчас выиграем. Давайте запускаем ведьму. Так, сейчас он выкинет мага, чекайте. Сейчас будет маг с краю карты. А, может его нету в цикле, может принц сначала, а потом маг пойдет. Так, ладно, что у него там? Да все, а, гиг-скелет, лол. У него был гиг-скелет. Так, ну что, здесь давайте Poison. Так, хорошо. Здесь давайте торнадо. Всех в кучку, отлично. Ну, вышку, наверное, сейчас за заход не заберем. А вот за следующий уже, думаю, будет нормально. Так, отлично. Я так понимаю, наносит урон он только исключительно принцам. Поэтому мне тут не грозит сборщик, ну да. Самое время поставить сборщик. 400 хп на вышке, идет атака. Осталось 11 секунд до... Внезапной смерти, надо поставить сборщик, гениально. Ну, у него хотя бы не было элитных варваров, хотя бы за это его можно чуть-чуть уважать. Это победа, первая каточка победа, отлично. Нам осталось две игры, наверное. Все зависит от того, сколько кубков мне сейчас дадут. Если плюс 28, плюс 29. Так, давайте посмотрим, сколько сейчас мне осталось. Да, осталось меньше, чем... сколько? Чем 40 кубков, да? Не, больше, 47. Осталось 47, окей, поехали. Фух, 47 кубков, ну, в принципе, за две игры я должен их получить. Вот, если нормальные будут соперники. Ну, так, 3727, ну, да, тут тоже где-то 29-28. Начало игры не очень у меня, хотя нормально, заклинание есть, ведьма есть. Не люблю вот это ждать первый ход от соперника, но и сам сейчас не сделаю принципиально, потому что я атаку не смогу продолжить, голема нету и... Заклинание просто зазря тоже выпускать не буду. Ничего тут мне нельзя сливать. Ну, зап можно, зап, да.
Ну, посмотрим, если прям будет долго соперник ждать. Хотя вот мне реально, вот я не могу, просто не могу просто выжидать действия от соперника. Вот уже хочу что-то скинуть. Ну, понимаешь, что мне лучше подождать. Ну, факт, ну, если я представляю, если это до нового эликсира мы будем сидеть, ну, это полный бред. Ну, давайте, окей, давайте разряд сольем. Что у нас следующая карта, посмотрим. Валькирия. Валькирия. Все равно никаких признаков. Ага, все, все. Отлично. Так, я вот думаю, может палач... Ой, поизон. Палач на самом деле мою колоду контрит. Да, я так и знал, что это палач-хок. Такс. Тут у нас валькирия. Успеть бы? Ну, как всегда. Как всегда я не успеваю. Так бы выжила ведьма. О, палач с валькирией. ГГВП, ребята. Будет очень сложно. Очень сложно. И, по идее, у него еще там фаербольчик есть. Блин, надо вот как-то ловить его на этом, когда он будет сливать. Ага, может и не очень сложно будет. Ё-моё. Ребят, тут без смысла сейчас сливать мегамуху будет. Хотя давайте сливаем сначала на мага. Просто в любом случае я вышку эту теряю. Но есть вероятность, что я сейчас смогу забрать его сторону после этого. Пламенный дракон. Ну ладно, в принципе ничего страшного. Скинем разряд. Он что, на мегамуху согрелся? Ты что, скотина, отвали. Кто бил мегаминьона, я не понял, вышка или пламенный? Это печально. Так, закидываем яд, чтобы как можно больше нанести урона. Так, ну вышку я не знаю, снесу или не снесу. Ну, по идее, должен. Там дракон фуловый. Да, по идее, должен. Ставим голема теперь здесь. Да-да-да. Ну, если даже не снесу, то ядом добью. Нет, я сношу вышку, зашибись. Так, ну что, теперь атака справа. Окей, окей, здесь мегамуха. Так, я не буду использовать торнадо, хотя, по идее, придется, а то мало ли у него там фриз, ракета или еще что-то. Оно мне не надо, проблемы мне не нужны. 1800 кубков остается. Так, сейчас у него будет палач. Короче, давайте вот здесь кинем валькирию, здесь кинем дракона. Я называю таких игроков, как он, трусами, потому что только трусы берут и колдуна, и палача, и даже еще ведьму надо было ему в комплект взять. В комплект. Ну там палача предостаточно, нахер там маг, он вообще не вписывается. 5 эликсиров в никуда, нахер он нужен? Неужели палача мало? Отличная игра, спасибо. Осталась последняя каточка. Пока что изи идет, но последняя катка всегда самая сложная. Я надеюсь, что это будет, эта катка будет исключением, и я ее тоже выиграю. Поехали. Так, это уже парень с 3800. Это уже парень с 3800. Уже чувствуются родные арены. Я уже, ну, привык, что такая арена — это уже высокие кубки. Я уже прошел ту часть, которая считалась самым-самым-самым зашкваром, где самое-самое, ну, я считаю, помойным диапазоном 3000-4000. Ну, сейчас, конечно, немножко выше захватывает... Как это сказать, зашкварные кубки, не знаю, можно так их назвать. Ну реально, потому что колоды очень странные, во-первых, они нестандартные. И очень, я же говорил, трудно адаптироваться с нормальными деками против подобного мусора. Подобного биомусора даже, вот так можно назвать это. Так, ладно, все, давайте меньше болтовни, больше дела. Ставим голема, неплохо валькирия урон выдала. Опа, големчик тоже. Слушайте, ну я, наверное, наверное, буду дефать или... Просто так. Да-да-да-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Надо подумать, надо подумать. Надо подождать пока что. Окей, здесь ведьма. Просто вдруг он сейчас пламенного выкинет и все. И мой голем не дойдет. Так, отлично. Здесь мегаминьон. Так, армия скелетов. Окей, здесь давайте дракончик тоже. Я должен нанести больше урона, по сути. Ну, это же уже второй мой заход, поэтому на самом деле, по-моему, мы наравне. Так, хорошо, ну, там осталось 600 хитпоинтов, нормально. Плюс, смотрите, сейчас уничтожаем принцессу его. И при этом, так, тут мы используем разряд. Хотя можно было и без разряда, ведьма бы уничтожила. Хотя, видим, с трудом, она с трудом уничтожает даже под запом. Под запом, сказал, как под наркотой какой-то. Ну, после запа этих миньонов. Ну, пятая ведьма против 11 миньонов. Я просто, у меня была третья ведьма, я летучих мышей даже стычки не убивал. Это было смешно. Гоблины. Гоблины тоже дохрена урона нанесли. Я забиваю на правую сторону, я иду ва-банк. Я иду на три короны. Отлично, он ставит голема. Он сейчас просрал 8 эликсира. Поэтому у меня сейчас все шансы пропушить его на 3 короны. Закидываем вот так вот poison, потому что принцесса... Ой, разряд слил. Ой, я дубина.
Я хотел использовать Мега Миньона, а слил разряд. Ну ладно, мы уже вышку забрали, используем, давайте, Валькирию на армии скелетов, если она вдруг будет. Все, мы, в принципе, это победа, друзья. Я, смотрите, какую армию построил. У него Poison. Ну, это все, это поражение. Наконец-то, 3800. Я добрался до этой вершины и преодолел этот нелегкий путь. Но это еще не конец. Это всего лишь, я называю, полуфиналом. Это реально полуфинал. Я, блин, не знаю, я прошел много арен, и самое сложное уже позади. Ох уж эта спецуха, как же она меня вечно... Ребят, ну, сами знаете, что на следующий выпуск эту спецуху я оставлю. Не знаю, я еще подумаю, кстати. У меня сейчас пока что нету возможности ее купить, потому что у меня донат происходит с моей банковской карты, а на данный момент у меня там нету финансов. Нужно выводить деньги, пока что мне это невыгодно делать. Ну, я попробую что-то придумать. Вот, и если хотите, я задоначу на видос. Ну, вы обязательно оцените лайками. Наберет много лайков видос, я обязательно в любом случае задоначу. Вот, ну просто 100 тысяч золота, они мне надо, очень. Да и спецуха прикольная. В общем, ставьте лайки и ждите следующий ролик. И поздравьте меня, ребят, 3800. Приходите на стримы. Это только реально, вот, не то чтобы начало, но это вот сейчас самое начнется. Хотя я говорил, самое начнется с 3000, но здесь уже хотя бы адекватные колоды пойдут. И тут я уже буду, наверное, возвращать, скорее всего, в скором времени пушку. А может быть, буду и с ведьмой до конца, хрен его знает. Но я бы хотел с пушкой больше. Потому что основной посыл у меня заключался в том, что у меня пушка в деке. В общем, подписывайтесь, ждите новые ролики. Спасибо вам за просмотр, спасибо за поддержку. Я его прям чувствую от души, ребята. Продолжаем. Приходите на стримы и нажимайте на колокольчики. До скорых встреч, скоро увидимся. Пока.